Жалуются челябинцы и на пыль во время уборки улиц. За выходные в общественную экологическую приемную поступило больше 100 звонков. На претензии уже отреагировал глава города Евгений Тевтелев. Пригрозил наказать дорожников за плохую уборку. Сейчас на улицах работают 18 пылесосов с водой. Спецтехника движется по улицам кортежа. Уборка проходит в ночное время, после половины 10 вечера. Одни машины струей воды прибивают пыль к обочине, следом водные пылесосы всасывают грязь в специальный бак и тут же дополнительно прочищают улицу автоматической щеткой. Уборку улиц лично контролирует глава города Евгений Тевтелев. В выходные он проехал по гостевому маршруту от Челябинского аэропорта, проверил качество работ. И сегодня высказал дорожникам претензии. Недовольство у мэра вызвала плохая уборка парковочных въездов, так называемых карманов. Там скапливается большее количество дресвы и пыли. Глава города потребовал обратить и на это внимание. Около лотка осталось все. Ветер, пыль поднимается, и эта вся дресва вверх, и получается эффект не очень хороший. Еще раз обратил внимание, хочу сказать, буду по этим фактам, если еще раз выводы не сделают, буду наказывать. Теплая погода позволяет приступить не только к очистке улиц, но и к их полноценному ремонту. Работа катков и асфальтоукладчиков допускается при температуре не ниже плюс 5 градусов и в сухую погоду. Дорожники срезают часть изношенного асфальта, затем укладывают новый слой. Работы уже произвели на перекрестке проспекта Победы и автодороги Меридиан. Сегодня приступают к участку на въезде в Ленинский район со стороны улицы Рождественского. И ближайшие недели у них уже расписаны. Начать работы по Краснопольской площадке. Это улица Шмакова, Габдулы Тукая, Хариса Исупова. Планируем сделать также улицу Родионова. До конца вести 3 участка из 4 по Университетской набережной.